Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христына Стет. Сегодня в Хельсинки президенты Соединенных Штатов Америки и РФ пообщались тет-а-тет. -а -тет. Встреча Трампа и Путина длилась чуть более двух часов, далее переговоры в расширенном составе. Оба президента уже высказались по поводу общения с глазу на глаз. Президент Трамп назвал встречу «очень хорошим началом для всех». Путин назвал переговоры успешными и полезными. Что значит это хорошее начало для всех и в каком ключе обсуждалась Украина? Об этом говорим далее с нашим гостем. Это заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Вот для начала хотелось бы просто услышать, какие были ваши прогнозы, ожидания, мысли по поводу этой встречи Трампа и Путина. Об этом очень много все говорили, кому не лень, да, и оправдались ли они частично или, может, ну, вообще вы как бы прогнозировали, что вот так все оно и произойдет, и заявления будут абсолютно такие? Ну, прогнозы вечно благодарная. Я скажу, что э, это первая э, сколько-нибудь серьезная встреча э, на высшем уровне, поскольку президенты виделись э, до того, но вот, э, скажем, саммит в таком... Э, Виде, в котором он э, был в Хельсинки, чего-то подобного не было. Поэтому э, здесь э, я бы не говорил о том, что вот э, какой успех встреча длилась э, не 90 минут, а 120. Дело в том, что э, даже для знакомства, даже для того, чтобы наладить психологические контакты, очевидно, э, нужно время. И надо помнить, что они работали с переводчиками поэтому половину времени мы отведем на перевод, то есть где-то около часу была встреча собственно продуктивная разговора между двумя президентами. поэтому сколь-нибудь серьезные проблемы можно обсудить только пунктирно и можно поднять, Э, ну, скажем так, э, повестку дня, которую хотелось бы определить, не более того. Э, поэтому э, как бы, обе стороны говорили о том, э, что мало кто ждет каких-то прорывов на, на этой встрече. Для Путина вот как бы за счастье вообще, что с ним встречается президент Соединенных Штатов, поскольку он был, ну, скажем, вот до этого чемпионата, он был вообще практически в вакууме саммит нам если можно так сказать поэтому э, пока э, чего-либо э, о чем можно говорить как о прорыве э, не случилось а то что президенты говорят об э, успешном начале э, переговоров ну Будем будем считать, что такие mm -hmm. есть. Ну знаете, вот некоторые заявления Путина, э, те, что я прочитала, оно, знаете, звучит так, как будто э, ну а что мы, а мы ничего, так вот мы это готовы, это готовы и тут как бы готовы, да. Вот э, о чем речь, что э, ну о чем при обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. Это вот Путин говорит, ША могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу да это первое а второе про северный поток 2 и транзит газа через украину путин говорит я заверил господина президента то есть трампа в том что россия готова сохранить этот транзит ну то есть транзит газа через украину более того мы готовы продлить транзитный контракт который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в арбитражном суде стокгольма ну вот и трамп как то, ранее высказывался о том, что в некоторых разговорах с ним Трамп выявлял больше энтузиазма, не так и интереса к Украине, а вот именно к тому, что Россия сделала в Украине, понимаете? И вот э, э, какие выводы для себя может сделать Трамп, да? Может в некоторые вопросы не вникая, когда вот ну, вот такая риторика Путина абсолютно э, доброжелательная, да, соседская такая. Ну, скажем, я бы обратил внимание на очень симптоматическое заявление Путина, которое апеллирует к Соединенным Штатам о том, что надо как бы вот научить, вразумить какую-то вот Украину непослушную. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Россия и Путин расписались в отсутствии влияния на Украину. Uh -huh. И это после, э, ну, скажем так, десятилетия, если говорить о новейшей истории, э, почти столетия, э, скажем, э, Советского Союза, ну, три четверти и э, несколько сотен лет э, перебывания в орбите э, России. Э, впервые э, российский правитель говорит о том, что у него нет влияния на Украину и просит как бы Соединенные Штаты, вразумить э, вот такую вот соседку, норовливую mm -hmm. э, Украину. Это э, позитивный результат для укра... Украины, которая сейчас движется от России и движется в направлении э, западного общества, в направлении Европы в первую очередь. Mm -hmm. И вот опять же еще одно заявление Путина. Да, в, как результат это, этой встречи, то, что было озвучено журналистам, понятное дело, что конкретики очень мало, да, мы вот можем просто по крупицах собирать что-то конкретное, вот, и Путин сказал, Мы не что... должны ждать что-то конкретного от переговоров вот этот -а поскольку это были вещи, ну, скажем так, самые... Ну, мы самые... узнаем, увидим через год, может, через два, через какое-то ну, время, да, произойдет сейчас, результат. Насколько я понимаю, идут переговоры в более расширенном uh -huh. э, составе, и потом если будуть досягнуті такі-те принципіальні догоряності, тоді зработають, скажем, е різні групи комісії двосторонні по наробці технільних рішень. Пока говорити рано. Так вот, о чем Путин сказал, что сегодня РФ и США сталкиваются с совершенно иными вызовами. Справиться с этим можно только объединяя усилия. И мы несем особую ответственность за международную безопасность. Да, вот как можно расшифровать и трактовать вот то, что было сказано. Вот можно говорить о том, что может. Это в контексте миротворцев. Да, если говорили об Украине, то о том, что Россия может пристанет на предложение и Украины, и всех цивилизаций страв, и стран, и наших партнеров, и штата, в том числе, наш план ведения миротворцев. Или это вообще о чем-то другом? Или просто красивая такая дипломатическая фраза об общей безопасности? Ну, я должен в некоторой степени огорчить украинцев, поскольку вот наши проблемы, они более всего интересны нам, для мира. Мы, конечно, важная тема, но существует целый ряд других тем, и я думаю, что вопросы энергетические, связанные с Северным потоком-2, вопросы Сирии, опять же таки, энергетические, они были, скажем, в первых рядах вот, повестки дня и разговора между двумя президентами. Насколько я понимаю, Трамп не говорил об Украине вообще. Ну, по крайней мере, после завершения этой встречи, может быть, что-то. Это был ответ что Путина, я да. так понимаю, на вопрос журналиста. Вот, да. по поэтому, скажем, Путин, он должен демонстрировать, ну, скажем, как бы свое видение украинской проблемы, поскольку и для России это очень очень больная тема угу. опять же то, что Трамп сказал, он сказал, что отношения между странами никогда не были хуже, чем сейчас, это он сказал и после этой встречи тет -тет, и до этой встречи он опять же то же самое, если я не ошибаюсь в своем твиттере писал вот и он сказал, что, впрочем, это изменится и это уже изменилось за эти четыре часа вот ну и далее там есть продолжение фразы но вот меня интересует вот это это уже изменилось за эти четыре часа. То есть я так понимаю, что э, все-таки уже какие-то договоренности есть, просто они были не озвучены, да? Вот здесь как-то все обтекаемо, э, так э, много метафор, какой-то не конкретики, но что-то уже есть. Ну это, наверное, оговорка какая-то такая. Ну я, наверное, не совсем согласился с президентом Соединенных Штатов, поскольку были времена и похуже, были времена, когда Россия Российские войска и американские воевали друг против друга, если угу. говорить там о времени после Первой мировой войны, так называемой интервенции. Были времена, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы, так называемый карибский кризис, который был связан с ядерной войной. Поэтому, наверное, были времена и похуже. Просто угу. каждый президент... Сподіваних Штатів, приходя в Білий дом, у нього є, вот как би, бы план, да? улучшить отношения з Росією в Обама, це була перезагрузка. которая ну, мы видим, к чему привела. И сейчас вот, есть такое видение в президента Трампа. Мы также знаем его высказывание о том, что он хотел бы видеть Россию среди Большой Семерки. Аргументирует свою позицию тем, что, ну, скажем так, лучший, скажем так, понять друг друга. Поэтому... Mm -hmm. э -э вот эти все заявления, по моему собственному опыту, когда нет конкретики, вот все уходят в образы, все уходят в метафоры, о которых вы говорили. И я думаю, что просто сейчас какой-то установился контакт, какие-то есть определенные договоренности между двумя лидерами. Но также не надо забывать недавний опыт встречи Трампа после Большой Семерки с э, лидером Северной Кореи, когда mm -hmm. тоже вот как бы были такие большие ожидания, но пока э, реальных, э, ну скажем так, э, шагов э, по э, достижению взаимопонимания между э, Соединенными Штатами и Северной Кореей пока э, не видно. Поэтому, возможно, это только эмоциональные какие-то реакции на вот, скажем, переговоры на uh -huh. свое видение этих переговоров. Ну и по поводу конкретики, опять же, продолжается линия э, Кремля-Путина, их там нетовская линия, да, и опять же, э, я так понимаю, во время итоговой пресс-конференции э, журналисты задали вопрос по поводу Крыма, и вот что сказал Путин, э, эта фраза, наверное, уже оскому набила да, для многих, о том, что мы провели этот, вот именно мы провели этот референдум полностью в соответствии с международным правом, да, вот это такая цитата. Вот. Э, вот Россия это сказала. Ну, то есть, в смысле, мы провели, то есть Россия. Опять же, не первый раз мы это слышим, не первый раз это звучит. Вот. И, наверное, вопрос Крыма, не знаю, обсуждался, не обсуждался, потому что до этого саммита, помним, да, эту пресс-конференцию, на которой Трамп на вопрос журналистов, а признает ли Америка аннексию Крыма, он сказал, посмотрим. По поводу санкций он сказал, ну, посмотрим, как Россия будет себя вести, грубо говоря, да. Ну, по поводу санкций, как бы это не совсем сейчас компетенция президента Соединенных Штатов, поскольку принят специальный закон о санкциях, дабы не было соблазна вот, как бы, играть этими санкциями. Санкции могут отменить Конгресс и Сенат по американскому э, законодательству. По поводу Крыма, э, ну, скажем так, в администрации Путина тоже заявляли, что все может быть предметом торга, кроме э, Крыма. Поэтому я думаю, что это вопрос, который сейчас не стоит э, на повестке дня э, переговоров. Но мы знаем четкую позицию э, э, Государственного департамента Соединенных Штатов о том, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупацию Крыма Российской Федерации. Вот это тоже заявление это есть, о да, дни, это Да, Это есть официальная позиция Соединенных И Штатов. Это, как говорится, вишенка на торте, Очень-очень коротко да, по поводу опозданий. То есть встреча должна была начаться в 13.00. Путин прибыл в 13.35. Хотел, наверное, опоздать. Я не знаю. Трамп прибыл в 13.55. Его кортеж. Вот. Как бы вы это прокомментировали? и стоит на это обращать внимание в дипломатическом языке или не стоит обращать внимание? Я думаю, что здесь есть как бы две вещи. Первая вещь... Нас меньше минуты просто, да? Да, это то, что Путин э, опаздывает на все встречи, как бы показывая там, кто, кто в доме главный. А второй, э, то, что у Трампа очень хорошие аналитики, которые, очевидно, предусмотрели такое развитие событий угу. и порекомендовали вот приехать еще. Каждый позже. хотел немножко опоздать да. и опередить И каждому другого. это удалось. Спасибо вам э, большое за этот разговор. А, я Напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский. А я, Христа Настей, с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь с телеканалом ЮЭТВ, потому что именно здесь вы найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине.